Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня уже с самого утра мы поехали по делам. Ездили с мамой в банк, а потом поехали с Лилианой и с Жаном. Это мамины друзья, ну и мои тоже. Попросили нас съездить с ними, посмотреть, выбрать им кровать, матрас и, ну, там что-то еще по мелочи, им квартиру посмотреть. Они живут у нас недалеко от нашего дома. Вот, ну, мы, конечно же, их отвезли и посмотрели с ними, выбрали кровать, выбрали, типа, тумбочки какое-то, что-то такое, и стулья еще они хотели. И я сняла для вас видео уже, и хочу, чтобы вы тоже посмотрели. В этом месте, где мы снимали видео, где мы были, место такое находится в самом центре Анталии, район Гюлюк, и там очень много магазинов БУ. Кто смотрит канал моего мужа и его друга «Турецкие папаши», там уже выкладывали такого плана видео, были они там где-то пару месяцев назад, тоже покупали там мебель, и там видео есть. Ну вот мы снова туда приехали, очень понравилось, в принципе, недорого, мебель новая, но также там и продается БУ-мебель, БУ-техника. Это такое место, где очень много магазинов, и если вы, например, переезжаете в Турцию и не хотите там, ну, много тратиться на мебель, например, или на технику, можете купить БУ. Либо же вы там, например, ищете квартиру для сдачи, вы хотите ее, ну, точнее, не ищете квартиру для сдачи, если вы, например, снимаете квартиру, тоже хотите там БУ мебель купить, сильно не тратиться, то тоже вот в этом месте очень хорошо можно купить, и они вам привезут, они вам соберут. Но кроме БУ, там также есть и новая мебель, ее делают там на заказ, и тоже недорого. Вот, давайте покажу вам видео, и потом уже закончу. Пришли в магазин. Здесь новая мебель. Енивейский вар, да? Хепси ени. А, все новое. Ну, такой прям бюджетный вариант. Есть и шкафы такие. Смотрите, разных цветов есть, разного размера. А вот такой вот, например, маленький. Фиат нека дарвис, или? 1400 лир. Разных цветов. Биаз, каверинг. Вот такой вот еще цвета есть. Бу коридор чиндем. Аякаб. Для обуви. Некадар? 1100 лир, например. Есть побольше. Такие вот белые в комнату. Но они у них все низкие идут очень. Ай, надо. А, да, бью. Это побольше. Бу некадар фиат. 2200, например, стоит такое. Как обычный большой гардероб. Есть просто две, например, такое. Две дверца. И внизу два ящика. Такое. А есть с четырьмя дверцами. То есть вот здесь такая часть. Здесь ящички внизу. Здесь вот так вот открывается. А большой буфетный кадр. 2700 стоит такой вот большой. Так, это в коридор мы посмотрели. Есть вот такой вот огромный с раздвижными дверцами. Буфет. 4000 лир, но это идет комплектом. Вот такой вот шкаф. Две тумбочки. Вот такая вот. Башка. Садыджи бунлармы? Так им будет. А, тоже разных цветов, он говорит, что есть белый, есть разный. Смотрите, здесь так вот, 4000 лир всего, то есть, ну, в рублях это 15 тысяч рублей вообще такой вот. Ну, как бюджетный вариант, смотрите, в принципе, хороший, новый. Тоже разных цветов, две тумбочки, комод такой. Вот, есть компьютерные столы еще, вот такие вот. И... Мама. Да. Папочка. А вы поедете на пляж? Нет, на пляж сегодня не поедем. Чего-то. Есть столы. Мы, кстати, здесь стол купили. Матрасы есть, кровати есть. Топламный кадр. 2900 стоит вместе с матрасом. Вот этот вот штучка. Разных размеров есть. 140 есть, 150, 160. 2 года гарантия, и вот так вот она открывается, закрывается вниз. Здесь еще ящики такие идут. Вот. Такой комодик есть. Есть матрас, например, получше. Култук на кадр? 2000 лир один.
Фарклы ренг, да? Ренг сочиняется. Можно выбрать любой цвет. Нет, я смотрел там что-то. Тумбочки. Что спросить? Вот это сколько стоит? Белый, желтый. Белый, 550 лир. Есть отдельно тумбочки, есть комодики вот такие вот. С ящичками. Небольшой. Вот тут мы стол покупали. Маме. А еще где-то будет еще что-то посмотреть? Можем стулья. Походить, в принципе. Еще, да. Можем походить. Вот ну, у нас вот такие этим. Вот. Ага. Неплохие. А вот этот, он из этой серии? Такой же, только цвет разный. Можно заказать, чтобы цвет разный, ну, другой был, например. Но они, кстати, кажутся, что они такие вроде это, ну, неплохие. Сядьте, они удобные. А, у нас дома тоже такие же, только мы их в интернете заказывали, ну. А вот такой посмотреть вот. Можно? Вот буринг бакабелир мисс? Да. Мави. Это удобно. Да, да, он неплохие. Сандалии сададжи так им сотрется, с йокс айры. Айры стеларченки. Отдельно хотят стулья. А комплект такой? Так им бин и кибин? 400 мы так им? Так им 2400, 6 сандалий. 6 стульев, 2400 лир. Получается полностью. Кирям, подожди. А этот немножко другой. Смотрите, он квадратненький, а эти кругленькие. Да? Смотрите. Форма другая. Да. Вот там эти спинки другие, смотрите. Это более вытянуто. Вот это лучше, он говорит. Удобнее, типа, да. А ты сюда еще сядь. Кирем, подожди. Ну, в принципе, одинаковые. И сюда сядь. Мне почему-то еще не показалось, что... Какой? Вот этот синенький? Ну, вот это имеется. Вот оно побольше немножко. Вот такой же. Здесь просто он больше, наверное, для ног удобнее. Да, сидушка поглубже. Она поглубже, вот эта сидушка, чем вот это расстояние. Битаны сандали не кадаровы, да? Визели. 250 лир стул. Стул 250 лир. Что-то они кривоваты шиты. Они сами шиты, да? Да, конечно. Оно хоть и новое, но... Кирем, давай тетя сядет, померит, посмотрит. А потом ты снова сядешь. Давай, вон ты на другой, на соседний садись. Мне почему-то здесь вот удобнее. А цвет вам какой нужен? Вот у нас синий диван. Или не надо привязываться? Вот такой, смотрите. Синий. Ну, что-то это, чисто как-то... Грязный синий что такой грязный? Какой-то. Под стол смотри. Башкарень кварма, сададжи бурла, будама. Бакмак, ключи на этой вот. Красивый вот у нас вот такого плана, да, диван? А это не такой же, нет, это поярче, да, какой-то? Да, это прям бирюзовый, это... Такой потемнее чуть-чуть. Или вот этот, вот этот, наверное. Потому что 4 это мало будет, да? Да, ну обычно 6. Потому что опять соберемся в компании, так и куда. Мы еще у вас не собирались, так что я пока не знаю, соберемся мы у вас или нет. Не соберемся, это однозначно. Нам обставится и соберемся 100%. Буренки стюлар, алтитана сандали. Я побелил мис, эвет. Сандали, да, о, чекятар ичим ичали. Без сандали, сандали хангисы. Için. Sandalye var ya, bu elimizdeki olan renklerden var. Yapmıyorsunuz. Biz yapmıyoruz, onlar hazır geliyor bize. Ha, у них готовые привозят стулья уже, а этот для дивана оказывается. Я bakarım, ona yakın bir renk varsa getiririm. Он говорит, я могу посмотреть, если есть, говорит, похожий цвет, ну, ближе, то я такие привезу. Она якобы ренг варит, бакарым, ордан гетерим она. Tamam, ne zaman bakacaksınız? Ne zaman? Ertin abi, biz ne zaman gideriz şeyle? Cuma günü gidecekmişim. В пятницу они поедут, посмотрят. Ben orada birkaç tane fotoğraf çekerim, bu ve bunun gibi renkleri size atarım. Tamam. Он мне отошел. Так, а с кроватью что? Вот эту, да? Да, вот эту кровать. Можно выбрать вот этот вот изголовье, да, цвет. Башкарень. Башкарень, я не знаю. Tamam, там можно выбрать. Посмотри, это велюровый, а я там смотрю. Есть кожаные. Ну, кожзам, да, есть. Можно выбрать. Здесь еще есть. Здесь. Это все кожзам. Кумаш варма? Кумаш. Например, шунлар кумаш. Силинебилир кумаш. Это говорит
ткань. Щупку мазь. Вот. Щупку мазь. Ткань. Не, мне там больше нравится. Серый цвет. Ну да, серый он хорошо. На обеде. Это все кожзам темный. Угу. Нормально. Там... Надо кумать, сильно обед. Вот это тоже говорит. Угу. Ткань. Да. То же самое останется. Ама морда гри алалым. Там базада гри алжайки. Эвет, там потому что база же тоже серого цвета, он говорит, что нормально будет смотреться. Она как раз в общий тон попадает. Да. В общем, берем вот эту вот базу. Вот тот же... Башлык, база, башлык-то, и ятакону, бамбуковый, 150, 4 года гарантия, 150 метров, да, 100 метров, бамбуковый такой вот матрас. А это один или еще есть такой? Буну тек мы вар, йокса. Башка ренги вар бун? Другой цвет еще есть, говорит. Айни, беяз, айни, айни цвет. Такой же белый, говорит, есть. Это не целый, это нормально. Да. Вещи... Лене монтаж, бен, они сами будут собирать вам. Все, он не битый, это тогда тоже белый. Еще йог дома, орда, ени. Ени, давай, погодин, да. Новый, говорит, да, ничего. Там полы есть, а у нас... Да, это нормально. Погодин, да, я начну. Да, ладно. Сурожем, монтаж. Так, это... Тань, сколько? Некогда равно? 850. Так, этот берем. На 250, когда? А тут 550 наверху. Ну, он такой попроще. Нет, это не тот. Значит, смотри. Матрас, кровать с изголовьем. Вот это? Нет, белую тумбочку. Тумбочку, да, белую. Да. Стулья под вопросом пока. Так, 50-50, да. Угу. Там? И сколько скидка будет? Сейчас посчитает. Топлам некадару Луджак, я с Джакмсенс. Здесь такая большая улица, это центр Антали, кстати, Гюлюк. И здесь очень много БУ вещей. А, не знаю, в какую сторону пойдем. Какой холодильник красивый. Да, очень много и техники здесь, и... Симпотный. То, чтобы... У меня такой дом был, ну, с такой панелью. Ага, такой серенький такой светлый, да, по-моему? Смотрите, сколько всего, и кондиционеры, и разные эти, и телевизоры. Ну вот, как видели, собственно, все купили. Привезут завтра уже, на следующий день. Да, оставили депозит немножечко денег, и уже завтра по факту. Кстати, в этом же магазине покупали маме стол. Тоже новый, это не бэушный, новый стол. Привезли ей прямо домой, его собрали. Доставка, все это бесплатно. Ну, точнее, уже, наверное, входит в стоимость, конечно же. Вот, так что неплохое место. Если кому-то нужно, геолокацию могу оставить. Можете тоже съездить. Единственное, там, конечно, все говорят по-турецки. Немножко, может быть, проблематично будет. Но я думаю, что те, кто сюда уже переезжает, наверняка там, ну, какие-то азы знают турецкого языка. И можно договориться. В любом случае, язык жестов никто не отменял. И можно... Да, выбрать что-то, купить, договориться. Ну, как бы, не знаю, рекомендую, не рекомендую. Сами все наглядно видели, нравится, не нравится. Можете, да, тоже приезжать. И также, да, как я уже сказала в начале видео, технику можно выбрать. И даже неплохую, они ее полностью там ремонтируют, реставрируют. Конечно, уже не будет там какой-то гарантии на технику БУ, но тем не менее можно все проверить, работает, не работает. Все, друзья, спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.